Как известно, садоводство – традиционная и важнейшая отрасль сельского хозяйства Республики Дагестан. Львиная доля садов приходится на 10-12 районов республики, в том числе и на Хасавюртовский район, где сады занимают площадь 2018 гектаров. Только в 2015 году в районе было посажено 105 гектаров садов, в том числе интенсивные 25 гектаров. Такое же количество запланировано и на текущий год. При этом следует отметить, интенсивное садоводство – это перспективное направление, которое позволяет с минимальными трудовыми затратами получить максимально высокий урожай. Вчера мы совместно со специалистами Управления сельского хозяйства Расулом Хасаевым и Юрием Бабаевым побывали в личноподсобном хозяйстве Артура Гамидова в селении Карланюрт. Артур вместе с членами семьи арендует 3 гектара земли, на котором они выращивают сливу сорта кабардинка «Альтена». Мы поинтересовались тем, куда сбывается продукция, сколько человек занято в сборе продукции и каков выход с одного гектара. «Сегодня в сборе сливы занято 15 рабочих», – говорит Артур. Рабочие получают за каждый собранный ящик по 100 рублей. В день от 800 до 1000 рублей зарабатывают, – говорит он. Выход составляет 45 центнеров с гектара. «Главная наша проблема – это сбыт продукции», – говорит фермер. «Правда, некоторую часть урожая мы на своем транспорте по договоренности доставляем в Каспийский консервный завод, ну и реализуем здесь же на поле частным закупщикам». В свою очередь фермер отметил, что планирует увеличить площадь садов еще на 3 гектара. Собирается посадить на этой площади яблоневые деревья. Что же, пожелаем фермеру и всей его семье удачи и успехов в их нелегком, но очень важном деле.